Коммунальные службы первыми включились в работы по очистке общественных территорий города. Работы велись под постоянным контролем руководства. На финишной прямой перед общегородским субботником время подвести итоги. К санитарной очистке города подключены практически все предприятия, организации, учреждения нашего города. Коммунальные службы, безусловно, городские службы города, общественные организации, активные жители нашего Десногорска. Контроль. Глава администрации Андрей Николаевич Шубин осуществляет постоянно. Он достаточно часто ходит по городским территориям, по дворовым территориям, общественным территориям города, контролируя ход исполнения поставленных задач коммунальным службам и городским службам. Так и 26 числа в понедельник запланированный обход города. Андрей Николаевич без присутствия СМИ, без телевидения, мы вас не приглашали, обходили территории 1, 2, 3 и 4 микрорайона, приглашали руководителей коммунальных служб, городские службы города, представители, руководители ЖЭО, начальники ЖЭО. Все были, дабы услышать комментарий по ходу выполнения работ. Где какие хвосты надо почистить, где что нужно подправить, потому что срок не такой уже, собственно говоря, большой остался к завершению нашей санитарной очистки города, а результаты должны быть максимальными и должно быть все достигнуто на 100%. В Десногорске дважды в год традиционно проводятся месячники по очистке дворовых и общественных территорий. В них принимают участие коммунальные службы, коллективы предприятий и организаций и просто жители нашего города. Предприятия коммунальной службы и благоустройства подошли к праздничной неделе с определенными результатами. Каждый день мы, каждый на закрепленном участке работает, а сегодня мы собрались бригадой, помогают еще и другие наши профессии участвовать в субботниках. Вот. Еще глава администрации города Андрей Николаевич Шубин в понедельник делал обход города, в том числе и нашего микрорайона. Сделал нам ряд замечаний, где-то что-то убрать на стоянках, песок вдоль бордюров, листва там набило, особенно после последнего урагана. Все это мы взяли на карандаш и выполняем его все поручения. В течение всего месяца руководители администрации, комитета по городскому хозяйству и управляющих компаний проводили рабочие рейды по территориям микрорайонов, чтобы отслеживать ход проведения работ по уборке и благоустройству. Большой объем работы проведен, то есть мусор мы практически весь убрали, песок с дорог убрали, газоны убрали. Сейчас у нас завершающий этап, сейчас проводим ремонт и покраску малых форм. 26 апреля при обходе наших территорий глава города сделал нам замечание, которое мы сейчас устраняем. Замечание несущественное. Одно из замечаний – это уборка дороги, проезжей части возле 18-го дома, стоянка. Мы уже убрали. И другое замечание – это уборка песчано-соляной смеси после зимы возле этих балконов, мест хранения. Это мы сейчас этим будем заниматься. 28 апреля десногорцы примут участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», чтобы наш город встречал майские праздники чистым и красивым.